Очень громкими аплодисментами вы будете встречать нашего следующего исполнителя. Всегда с гордостью хочется говорить, что у него действительно белорусские корни. Все мы знаем, что он очень талантливый, он молодой, он красивый, он не только певец, он еще и композитор, он удивительный музыкант. Он Александр Рыбак! Какая большая честь делить сцену с Ириной Билык и другими из... Уже опять русский забыл. Из жюри. Добрый вечер, Беларусь. Добрый вечер, Витебск. Мне сказали, спросили уже, очень многие заметили, что я целый вечер даю всем очень высокие баллы. Это не из-за доброты, а реально я вам скажу, что этот конкурс, в этом конкурсе самый высокий уровень, который я когда-нибудь видел в своей жизни. Это вам могу искренне сказать. Поздравляю всех конкурсантов. Так, оркестр мы отпустили. Вас мы сейчас тоже скоро отпустим, но сначала давайте вместе споем. Ай-яй-яй-яй! Прекрасно! Ай-яй-яй-яй! А сейчас... И сейчас вы. Понятно. Тогда лучше... Ай-яй-яй-яй! Так держать. Давайте. Roll with the wind. Yeah.
еще встретимся. Александр Рыбак. Александр Рыбак и юные поклонницы. Александр Рыбак и самые юные поклонницы. Юный Александр Рыбак и поклонницы. Саш, а можно так сказать? Наш белорусский Александр Рыбак. Цветы, комплименты, поцеловать, правильно. Аплодисменты моей племяннице. Аплодисменты племяннице и аплодисменты дяде Саше в таком случае. Саша, Александр спасибо. Рыбак сказал до свидания и спокойной ночи всему летнему амфитеатру в Витебске. Друзья.